друзья. В общем, я сегодня буду снимать про Тинькофф Инвестиции, и сегодня очень грустная новость. Chesapeake компания разорилась, и все мои 8910 акций обесценились, они просто ее убрали из биржи Тинькова. И вот просто заблокирован, нет данных, месяц нет данных, нет данных. Итого 8 тысяч долларов улетели в пустоту. И из 600 тысяч сейчас у меня 38 тысяч рублей. Ну все. Право. Так, смотрим. Взор портфеля. Аналитика. Ну, это, конечно, очень жесткая ситуация. Вот риски портфеля. Вот видите. Было вот столько. Было вот столько. И стало 38. Выводы 77. Пополнение 583. 510 тысяч. 513 тысяч улетело. Ровно 513 тысяч на компании Chesapeake. Вот ее просто убрали. Вот так вот, собственно, происходит банкротство в Тинькофф Инвестиции. Так что будьте бдительны, и ваши акции просто уберут, и вы как бы потеряете все то, что у вас вложено. Это произошло после 14 центов. Потом ее закрыли, и сейчас ее нельзя купить. Скорее всего, это будет и с Фронтиром. Вот такая вот ситуация, в общем. Моя потеря. Ну, это, наверное, самая жесткая новость, что можно услышать. Но ничего страшного, будем идти дальше. И я хочу продолжать торговать, заниматься торговлей. Но уже более обдуманно. А это будет просто уроком. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, если тоже влетели на Chesapeake. Ну и удачи, собственно, в торговле. Не отчаивайтесь, господа. Пока.